Внимание, внимание. Внимание, внимание. Уважаемые товарищи, городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами военными частями принимаются необходимые меры. Однако, с целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей, начиная с 14.00 часов, будут выданы автобусы, сопровождение работников милиции и представителей горисполкома. Рекомендуется за поиск документы, крайне необходимые вещи, а также на первый случай продукты и питания. Руководителям нормального города. Жилые дома на период эвакуации выполняться работниками милиции. Товарищи, временно оставляя свое жилье, не забудьте, пожалуйста, закрыть окна, включить электричество и газовые приборы, перекрыть водопроводные краны. Просим соблюдать
Thank you.